полтора месяца где-то, ну так вот, да, 6 недель где-то, даже анализы печени невероятно улучшились, я сама не верила, что так смогут в порядок печень привести. Слышишь, Настя, вот ты еще знаешь, там вот кто там лечится или там вот, ну, или приезжает лечиться, говорят, мне главное вот тут убрать. Ну не знаю, кто там это червем, кто мышами, кто гвоздями называет, или еще чего-то. Вот, ну как, у тебя как там, вот отсюда убрали, как говорят, с головы. Ну, как бы, ты как приезжаешь, тут же как бы тоже и сразу и в курилке, и везде рассказывают. И мне и до приезда сказали, что главное убирают тягу. И это действительно оказалось самое главное. Как все вот мне говорили, после третьего шока, не вспомнишь. Я реально после третьего шока вышла на улицу, я не могла вспомнить. И я не знаю, как у кого, вот у меня прошло сейчас 3,5 года. Я не пытаюсь как бы вспоминать, но если вот заставить себя закрыть глаза и попытаться вспомнить вот так называемый приход, у меня не получается. У меня ничего не вспоминается, хотя я вот 3,5 года, то есть сюда не приезжала, шоки лишние не делала, скажем так. Вот. И вот в этом, я считаю, самое главное отличие этой клиники, то, что убирается именно вот, именно эта тяга. То есть ее просто нет. Не приходится, как после других клиник, когда уезжаешь, и вроде хочется, но ты борешься с собой. А здесь даже с собой бороться не приходится. Просто приезжаешь, ну, естественно, нелегко, это как у всех. Потому что приезжаешь в пустоту. Столько лет знал, чем заниматься, и спустя много лет приезжаешь домой, и не знаешь просто, чем себя занять. Поэтому все на работу сразу. Слушай, Настя, ну и сейчас расскажи там, ну, на своих, там, у тебя сынок родился, да? Да, жизнь у меня кардинально поменялась. Не знаю, тоже заслугу Виталия Ивановича или кого, но весь наш заезд практически родил детей. И все здоровые. Вот, в смысле, и родители, и дети. Вот, у меня родился ребенок, сейчас ему уже практически 2,5 года. Нашла работу. Решила на тот момент заняться любой работой, пошла на маленькую должность секретаря. В итоге сейчас доросла до начальника отдела на очень хорошей зарплате, поэтому, ну, жизнь вообще поменялась. У меня не осталось практически связи с прошлой жизни. Я им сама стала неинтересной, они мне стали неинтересны. И, то есть, общение идет с абсолютно другими людьми, которые даже не догадываются о том, что я когда-то употребляла. Я надеюсь, никогда не догадаются. Слушай, Настя, или еще что? Ну, в принципе, как, я не знаю. Если захотеть, то можно вылечиться, это 100%. Настя, это тут я, ну, там, многим вопрос задаю. Вот с травой как? Можно ее курить, нельзя, потому что многие там думают, да, трава это не наркотик, там можно... Мне, вот лично мне на этот вопрос ответить сложно. Ее никогда не было в моей жизни, ни до, ни после. Я просто, ну, я ее не понимаю. Вот при мне хоть все сидите рядом, обкуритесь, мне будет абсолютно все равно. Вот я не знаю, у меня к ней вот все время было такое отношение. Вот, ну, то есть с этим проблем у меня нет. Хорошо, спасибо.